Доброго времени суток, дорогой зритель, ты на канале от Isla Gaming, у нас Вальхейм, коу-прохождение, для тебя сегодня, как всегда, стараюсь я в компании... Великора! Воу! Да. И, как ты можешь видеть, возможно, что-то поменялось, и ты скажешь, эй, ребята... А чё у вас так все динамично меняется? Ну, мы не хотим немного рутинные вещи показывать какие-то, да, вот там, где боль, там, где вот страдания, там, где что-то вот новое, там, где развитие, это мы с удовольствием покажем. Вот, соответственно, криво-косо ночью под дождем был поставлен улей, я тут немножечко перенес сельское хозяйство, это лучок, как ты видишь. Вот, я его долго выращивал, там, ну, в общем, процесс лук, семена, вырастить лук, опять на семена, и вот так вот постоянно на семена, на семена, на семена, чтобы наконец-таки вот здесь его высадить. Но это не главный гвоздь программы, товарищ Беликор. Сделайте, пожалуйста, нам новую классную лодочку. Оу, вот это да! Какая она суперская. Слишком далеко. Табурет. Тут можно на табуретке сидеть, прикинь. Да, вот. И тут можно сидеть. А тут прям можно подниматься, да? С этой стороны. С двух сторон. С двух сторон. Наконец-таки мы так... Трюм, он же сторож. Наконец-таки большой сторож. И если кто не понял, все ради того, чтобы найти серебро. Ну, мне кажется, чтобы найти серебро, надо пойти в гор. Да. Так что да. Идем. Полный вперед, товарищ капитан. Я не слышу. Вперед, капитан. Нет, надо... Так точно, капитан. Так точно, капитан. Но мы ночью идем. Это немножечко... Не очень. Ну ладно. Пингани, пожалуйста, куда мне идти? Ну прямо давай, вот так прямо. Прямо. А по скорости? Ты знаешь, по-моему, мы фигачим прям душевно. И это при том, что, ну, как бы не сильно в спину. Ветер. Но идем мы уверенно. Можешь чекнуть, нормально идем? Мы просто уже в океане. Нормально. Я вижу. Возможно, это... даже мини не сможет догнать. И это так волнительно. О, большая рыба. В смысле, ты поймал большую рыбу? Мне просто видно было ее. Красивая. Как там рыбу продаете, нет, показываю. Красивая. Красивая. Или то же самое. Кстати, у них отверстие-то есть для весел, получается, а самих весел нету. Смотри, кстати, по правому борту земля. Земля. Зайдем? А что там делать? Там, мне кажется, ничего нету. Ну, подойдем. Да не, пошли прям. Пошли дальше. Мы как с серебром же шли. Давай. Так, вот подожди, у меня проблема с пингом. Все, вижу. Лечу. Парь, там даже силуэт видно на фоне. Небо. Не ну, знаю. Немножечко открыли. Красиво, прям капитально. Ветер меняет направление. Ветер меняет направление. Ветер не в спину дул, ветер не в спину дул. Что-то там надул, что-то там надул. Надувал беду. А то, что там пел надул, это не из той оперы. Это да. Я немножко притормаживаю, потому что что-то я не могу понять, куда плыть. Да прямо. Так, ну, нет.
А, или ты хочешь здесь высадиться? Ну, как бы дальше там пешком, ближе не подойти. Принял, хорошо. Блин, а мы не взяли на портал, да, ничего? Надо тот разобрать. Блин. Ну, чуть-чуть. Давай я крутанусь. Сейчас. Мне немножко штормит, но ты... О! Ты понял. Сейчас. Вот я... даже какой-то череп чудовищ какой-то есть. Типа чужого, что ли? Пожалуйста, плыть. Блин, эпичная фотка. Сделал скриншот. Буду внукам показывать. Смотри, как дед играл, да? Да. Ну, как показывает практика, для современной молодежи мы с тобой уже деды. Че-то, по-моему, я на мель сел, да? Нормально оставляем. Ничего, я перепаркую. Да, блин, как же долго он тормозит. Какой он красивый, большой. Я про наш кораблик. Пишите в комментариях, что вы подумали под этим. Ну зачем ты ко мне подходишь? Ну не надо, ну я же большой и злой. Я же больно сделаю. У тебя и кораблик большой, и ты большой и злой. Ну. Ну, дык. А как иначе? Слушай, а может надо было поставить точку, где мы парканулись? Неплохо. Блин, чё-то мышка как-то хреново работает. Короче, паркинг. Я пошел за порталом нашим. Такие, а я чего? Сейчас, как бы, ну, зачем двоим-то бежать? Ну, мне карту как бы открыть. Я точку паркинга поставил. Воу-воу-воу-воу-воу. Я понял. Все, я возвращаюсь к тебе. И Тесла. Так, а что там? Там кто там? Беги ко мне навстречу. Стамина. Твои любимые эти. Кто? Что мне брать? Оружие какое брать? Лук бери. Лук. Горы это лук. Где кто? Я на бум стреляю, попадаю. Не попал. Блин, кабан. А против кого мы выступаем? Ну, против всех, кто против нас. Эти есть? Волки есть? Волков пока нет. Есть драгонит. А, я вижу... Он улетел, похоже. Дракона вижу. Вот он есть. Ой, я попал в дракона. Блин. Так что ты будешь делать, а? Да что он за деревья все прячется, а? Дракон. Брат сзади. Да я понимаю, стамина закончилась. Напрочь. Я вообще наобум в дракона лупащу и попадаю. Еще раз и все. Все, минус дракон. Иди, лутай. Бегу. Бук, трофей. Трофей, где трофей? Дракон. Низу там еще что-то. Морозная железа, ледяная стрела. О, видишь?
Вижу. Я на всякий случай тогда медовуха от Мороза выпью. Это всегда правильно. Я, правда, больше не брал, чем было. Ну, как бы, одной хватит на 10 минут. Мне кажется, мы чем больше, чем 10 минут здесь не продержимся. Так, я нашел волка. Это хорошо. Блин, я нашел до хрена драконов. Вот это до такого количества. А! Он слишком упал. Нет, я не буду с ним пускать. Бегу. И я его почти добил. Есть, минус волк. А мне нужны волчьи вещи. Тем был плащик из волка. Да, в том-то и дело. Волчатина шкура. Блин, ну вот это выкину нафиг. Давай, лучок. На ход. Дракона. Влупи. Горит он хорошо. Да. Минус дракон. Шкура волка. Шкура волка. Нафиг хвост Никса. Шкура волка веселей. Блин, и у меня опять коврик. Классно, классно. Я честно скажу, я думал, волки будут пожестче. Но... Ну, пока не подам. Обсидиан. Обсидиан. Что? Еще? Кто опять? Опять дракон? Да. Правда, твою я... мать! Ах ты скотина! На тебе! Ха! Я ему в спину влупил! На ход! На ход! Ах ты! Это было хорошо. Да. И обсидиана хочется взять, шкуру волка надо взять. Давай я возьму что-нибудь. А у меня уже ячейки закончились просто. Слушай, это залежи обсидиана же, это можно... Я мечтаю об обсидиане, если честно. Да? Ну а что не сказал? Потому что стрелы офигенные из обсидиана получаются. Ой. Вот куча обсидиана, а взять его я не могу. Давай, что выкинуть? Ай, дерево выкинуть. Подожди, давай его. Ну. Оп. Ух ты, я нашел интересное место, где можно форпост построить. И здесь есть сундук. Сундук. Это место уже добавлено на карту. Тут можно форпост организовать. Так, судя по звукам, надо мной опять... Да беги ж ты, что ж ты делаешь? Отлично, молодец, молодец. Сиди, стамину. А нет, а я не так сделал, я вот так сделал. И теперь номер 5. На. Минус. Я минусанул еще одного дракона. Я не хотел. Мне нравятся драконы. Я не хочу с ними драться. Но они что-то нападают. Что-то они агрятся, да. И поэтому приходится вести себя чуть более агрессивно. Блин, как тут классно.
Не по-джентльменски, я бы сказал. Ты чего? Вести смысл с ними приходится не по-джентльменски. Да. Ну вот да, вот. Еще один дракон просто заспавнился. Как он заспавнился? Опа! На ход. Оп! Я больше не чувствую себя дохнувшим. Да я уже давно не чувствую, но кого это беспокоит? Минус дракон. Блин, да откуда они спавнятся? Просто тоннами. А что это такое большое вылезло? Там есть голем. А чем его бить? Он к тебе идет, походу. А что такое голем? Голем это который такой супер монстр. Да как? Блин. О, слушай. Он пришел к тебе стопудово. Иди сюда. Я попал в этого самого. И в голема, и... А зачем ты его призываешь сюда? Я не призываю его сюда. Он просто появился и пошел. Че? Нам вообще не интересен. Да? Сюда. Ладно, пойдем. А, я вижу, что у тебя одета штуковина. А ты уверен, да? В этом месте. Плюс-минус. Ну, дракончик прилетит. Придется пообщаться. Боюсь, там не только дракончик прилетит. Ну, и этот супер-пупер товарищ. А мы не сильно углубились, а? Вот, смотря, что мы ищем. Если серебро, то оно может быть... Так, подожди. Нашел его? Нет, ну просто если по дереву, то сундук обычно бывает. Что-то я пока. Смотри, вот тут как будто вообще бесперестанно. Камень поднять. Фига. А, прилетел дракон? Да. И где он, где он, где он, где он? О. На вас охотится. У тебя тоже есть такая? Да. Да, стамина, скотина, цифра 7. Вау. А-а-а! Волки, волки, волки! Номер один! Твою мать, какой он тупорылый, а? Вы погибли. Ну я штуку 5 убил. Да.
Да я нажимаю один, он ни хрена не включает. Мне эта механика задолбала, блин. Мне нужно было просто, блин, переключиться на этот гребаный, как его там зовут. С мечом был попробовать. Я меч не попробовал. Скотина. Так, это что? 60, 55. И сосисочки. Погнали. Теперь только вот вопрос, далеко ли это от того места. А, у меня еще и нету от холода ничего. А, это, блин, я сейчас. Только с базы один. Давай я обратно вернусь. Ну я, не знаю, попытаюсь. Что попытаешься-то? Давай сейчас я принесу. Давай. Сколько у меня... 20 секунд у меня где-то, да? Я вас понял. Можем просто сдохнуть. Боги милосердны, серьезно? Да, я ненавижу вот эту хрень. Она меня бесит. Чё? Да там вода просто заливает так, что не балуйся. Так. На вот, блин, не в ту сторону кинул. Вот 5. Да мне хватит. Я. Да я беру здесь состав. Нагишом по зимнему эту лесу. Да еще и ураган. Я точку поставлю. Блин. А ты как? Пошел вниз? Нет. Вверх? Да. Ты смог? Да. Ну конечно, смог, блин. Тут волки. Давай а как меня убили, если я. Меня. По мне даже никто не стрелял. Это жесть какая-то. Спасительная миссия теперь, да? А чешуеть. Ладно. Я видел твой трупик. Раньше, кстати, не было такого, что нас охотятся, просто волки это с таймами бегали. Вот это было, да. То есть такого, что волк один был, такого не было. Там в этом трупике, кроме зелья от заморозки, ничего интересного. Тогда надо будет пойти вниз, а потом как-то вверх, да? Не, они здесь везде, кстати. Я тут убегаю. У меня что-то нифига здоровье не восстанавливается. Покушай. Я поел, у меня здоровье 16. У меня дофига стамины, но нет здоровья. Оно вообще никак не восстанавливается. Интересно. То есть тут сверху бомбардирует, и еще ты плюс этот. О! Волк прибежал. Сейчас я бегу. Ё-моё! Все. Я вниз. Я не смогу прыгнуть так высоко. Я просто погиб от того, что я просто прыгнул. Уверенно идем. Уверенно. Это жесть. Это просто боль, разочарование. А все потому, что гребаная кнопка. Вот это вот, когда ты идешь и включаешь оружие, а он не переключается на него. Скотина, руки бы вырвать тому, кто это написал вообще, этот скрипт.
Идиотины. Все, у меня последняя попытка. Стой. Куда? Ну. Что? Ты даже не отхилился. Да пофиг, я вниз пошел. Не отхилился. Он не хилится. Он просто аккуратненько бежать. Так, какие-то предметы я взял. А вот теперь вопрос, куда мне нужно бежать? Мэп. Ну, предположу, что аж вон туда. Все, 117 я отхилялся. Не знаю, каким образом. Ты меня подожди, пожалуйста. Подожди, это хорошо сказано. Надо я как-то. Просто, я просто не знаю, как ты так успеваешь быстренько бежать. На шифте. Волки. Да. Волки. Мне столько не хватает. Все, теперь у меня не хватает. А, сейчас все, меня сейчас сделают. Нафиг, прыгай! Уходим. Привет, Беликор. А, тут еще и камень. Твою ж медь. Пойди оттуда. Да пытаюсь что. Какой-то голый мужик. Но в какой-то момент надо будет и этих убивать, вот этих больших големов. Да я понимаю. Я мечтаю отхилять. Ну, сейчас я этот отхиляюсь. Проблема в том, что идти, зараза, далеко. Вот сюда. Я просто себя не вижу. Да, туда. Где там? Вот снизу обойди. Да я рядом с тобой. Относительно. Я не знаю, запрыгнет он здесь, нет, не запрыгнет. Чуть я не вижу. Вот сюда, вот встань и отхиливайся. Давай. О, Беликор во все оружие прибежал. Сейчас у меня это стаминка. Ага. Там он нас уже поджидают, да? Вот еще альпинизм. Давай я вперед попойду все-таки. Иди, потому что у меня. А я не успеваю за тобой. У меня все закончилось уже. Стою как дурак, потому что все закончилось. Стой, подойди ближе. О, пойдем. Ты думаешь, что на меня? Слушай, а вроде как на меня тоже активировалось. Сюда слева. Так, у меня проблемка нарисовалась. Я не все могу забрать. Выкинь все, что у тебя сейчас есть, потом подожди. Это... Подожди. Еще душку надо активировать. Давай, типа, вот так, вот так.
Ты о, серебряные жилы, смотри. А, сейчас, подожди, подожди, у меня тут ситуация сейчас закончится. У тебя есть свободные слоты? Ну, относительно. Камни что, выкидываем? Давай, выкидывай. Выкидываем. Обсидиан берем. И мне. Кинул. Так, у меня есть... У тебя есть монеты? Есть. Аккуратно. Это что? Вижу. Видимо, подбитый был. Добил. Так, а где руда? Серебряная жила. То есть это вот это, да, пищало? Да. Ну, это другое дело. Слушай, подойди к моему этому самому трупику, ты же его видишь. Посмотри, что ты можешь взять. А. Все, кроме жемчужины. Бери все. Все взял, кроме жемчужины. Так, а я не могу взять... Это что? Нафиг. Все, да? Так. Подожди, подожди, подожди. Тут у нас летают... А их чем лучше лупить? Какими... Я огненными ловлю. Ну, может быть. Так. А, сейчас сдохнет. Да, он, походу, сдох. Ну, сдох. Так, подожди, это что? Трофей волк. Это что? Трофей дракон. Поднимает. Кстати, надо этот... Точку поставить. Здесь, думаешь, так. Точку поставить? Ну да. Мы еще не раз сюда будем возвращаться. Как называется серебро-то у нас? Silver. Ну а по латыни? Аргентом аурум. Аурум. Аргентом, по-моему, золото. Я на латыни не особо говорю, если что. Таблица Менделеева, 9 класс. О, серебряная руда пошла. Да, она тут много, ее нужно просто копать вниз. Я просто тупо в гору долбил, и серебряная руда. Да, она летит где-то, где только мы. Тогда вопрос, мне нужно активировать Мьёльгндрбндрбн, вот этот вот. Ну почему бы нет? Давай. Я... Не, я имею в виду... Что? Не, я пояс... Силу. Пояс включил. А силу? А силу кого? Вот у тебя же есть эта сила, долбить сильнее. Масса костей у меня на неуязвимость. А, на неуязвимость. Конечно, потому что ты мне сказал, там волки будут, там вообще жесть, поэтому давай готовься, будут сильно нападать. И чтобы типа меньше хп по мне проходило урона, я и взял. Правильно. А что не активировал? Как? Когда? Сейчас я подойду. Нельзя уходить. Ладно. А, с этим тоже нельзя в портал, да, с серебряной рудой? Ах ты ж пыш ты ж. Вы в укрытии. А можно еще серебряные руды, пожалуйста?
их бин замерзаю. Все, не замерзаю. Да, нужно это. Из шкуры волка накидку себе делать. Потому что здесь мы надолго. И тут надо очень много. И если тут это матерь драконов, то это прям печаль. Что, опять прилетел? Да что ты такой, а? Где ты? О, Беликор, Беликор, Беликор! Я тебе сказал, нельзя уходить во время записи стримов и тому подобное, нельзя. Это залет. И я слышал, это залет. Ну это залет, я тебе сказал. Я сколько раз говорю, нельзя уходить во время записи, стримов и тому подобное. Потому что все слишком активно меняется. Прибежали волки, у меня закончилась стамина, и они меня захерачили. Все просто. Стамина. Как же силу массы ко всей? Хороший вопрос. Не успел. От холода у нас больше нету. Я оставлял две резервных в этом. Покушать. Значит, их нет. Ага. На базе один есть? Нет. Ну, это залет. Жечь огонь необходимо. Вот просто вот потому что, понимаешь, вот он не переключается. Вот мне это вот прям дико бесит. Я взял, стал один, нажал правую кнопку защищаться, отхожу назад. То есть три волчары прибежало. Я бы их мог просто топориком один раз. Джендербере и все. Понимаешь? Че, попытаться голеньким так проскочить на шару? Ну, попробовать-то можно, конечно, мне кажется. Ну, что-то это беда какая-то будет стопудово. И я полетел вниз. Ух, как я упал хорошо. Можно попробовать через костры. Все, стамина, до свидания. Стою как дебил и жду, когда стамина восстановится. Механика. Механика, мать ее, игры. Как я ненавижу это словосочетание. О, конечно, конечно. Грейдворфы. Еще бродит. Прибежали ко мне. Можем попробовать перенести поближе портал. Ну, это хороший вариант, но он немного обреченный. Твою мать, волк! С двух ударов меня снес.
На шару не получается. Твоя песенка спет, колонки молчат. Так, ну, минут 15, наверное, будет бродить. Мне нужно просто найти какой-нибудь грамотный подход. Сейчас будет. Даже оружие есть. Алибард есть. О, классно! Я погиб просто спускаясь. Играя, я прям, ну ты знаешь. Люблю тебя. Нет. Это просто полный ахтунг. Это хорошо, что у нас хоть какой-то портал есть, понимаешь? Ну, мне кажется, его поближе. А если бы его не было? Попробуйте его поближе поставить. Ну, чё скажешь? Ну, пробуй, но... Блин, у меня молотка нету. Опасно. Взять молоток? Я сам возьму. В оружие. Да подожди, а у нас же эти были... Броня ноль. Эти были... Камни, 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 сурлинга. Оружие. Оружие. Да отхиливайся ты, что ты? Ты кого ты ждешь? Я, блин, что-то столько раз погибал здесь, что я даже не знаю, куда мне идти. Вот сейчас светло, эти волки будут нападать по-светлому? По-моему, нет. Стоять вот здесь на камушке. Стоять на камушке, ла-ла-ла. Да-да-да. Это именно та самая песня. Так, ну чё, активирую, пробую, чё оно даст. На случай, если какая-нибудь фигня выползет. Зараза, как ты не вовремя решил стамины насобирать, а? Вот осталось-то. Ерунда. Это что? Ох ты! То есть я активировал массу костей? Это который урон по мне уменьшает. И мне с одного напаса дракон убил. Он уменьшает же, не исключает. Чё-то это печально. Мне уже жалко мои ингредиенты, которые я готовил. Что там для стамины? Для стамины еще и все закончилось, да? Ну давай,
не то, не сё. Средний вариант возьму. Это чё, база 3? А это чё, метка не подключена? Это что за метка будет? Это я пытаюсь. Хорошо, а что мне написать в ней, чтобы она сработала? Ну, потом, ничего не пиши, я же там восклицательный знак поставил. А, восклицательный знак вижу. Это выглядит как будто... Так, ты можешь с луком прийти сюда? Куда сюда, на восклицательный знак? Да, да, да. С луком? А где я его возьму? В оружие. Да. Там, в общем, драконит. Ну, возьми хотя бы ту... броньку возьми вот эту хотя бы, вот. Вся надежда на тебя. Стрел взял? Да, 32 стрелы отравленные, все, больше ничего нет. Там, в общем, костер, если около костра стоять, то вот, более-менее тепло. Нифига себе, я только вылез и по мне уже лупят. Наверху. Нет, ходи, ходи. Что-то отравленные стрелы не особо, да, проходят по нему уроном. Стамина закончилась. Так, я с вашего позволения попробую забрать вещи. Да, я пытаюсь. Я вернусь. Да я пытаюсь, он уничтожил. Уничтожил. Повторяю. Портал? Да. Блин. Там можно пересоздать его. У меня нет молоточка. Сейчас я почти дошел до вещей. Это жесть просто. Да, форпост нужен однозначно. Бегу обратно. Блин, костер сдох. А! Твою мать, костер умер, у меня нет молоточка. Возвращайся на первую базу, на базу 3, там где портал, не знаю. Так, а как мне туда вернуться? Блин, где я сдох, а? Твою мать, еще один дракон... Да иди ж ты, дебила, кусок, ну что ты делаешь? У меня стамина закончилась, и он, как назло, ни хрена ничего не делает. Так, а что он делает? А, я погиб вообще просто прекрасно, боги милосердны. Это полная хрень. Сейчас, ну я почти забрал свои. Так что нормально. Ты там ничего не собирал? Здесь портала, то, что осталось. Все забрал. Все забрал? Да. И вот так вот. Ну и чё ты не восстанавливаешь здоровье? Давай, давай, давай. Тебе сейчас голым бегать.
Я вообще не понимаю, где я, что я должен был делать. Давай, стаминка. Да, стамина без шифта вообще нормально работать не хочет. Ну, блин, ну что ты такой медленный? В прошлый раз я здесь завалил. Так, я вещи восстановил, вещи восстановил. Свои? Да. Молодец. Ну, чё молодец? Покажи, где портал. Возвращайся и покажи, где портал. Да ты рядом с ним стоишь. Да здесь вещей-то нету. Где ты вещи для портала убил? Под форпостом. По мне он лупит. Да я тут выжить пытаюсь, у меня 21 хп. Ну ты стоишь прямо на мещах, чуть правее пойди. А, все, у меня кирдык сейчас будет. Это все. Здрасте. Да, в такой момент обычно подгорает пукан и хочется бросить нахер все. Ниже, что ли? Я просто не вижу. А, вижу, все, сейчас восстановлю. Это. Все, у меня вещи есть. Как слышно, прием. Да, хорошо. Самое подходящее место. Самое лучшее место. Решил там этот. Этот. Ты мне взял, поставил прям. На, бери. Забивай. Так, хорошо. А где? Вот твои внизу вот там. Но это плохие. Забери сначала их. Кроме лука. А чё там? А, ну, давай вот так хотя бы. Нахер камень. В общем, хреновенько, но я одет. Нет, ты вещи отдай этот. Куда отдай? Чё отдай? На базу верни. Да можно работать, пожалуйста, мышка, а? Алло. Ты сейчас переоденешься, эти вещи верни на базу. Вот, латные.
отдал. Подожди, я тоже, значит, могу свернуться, да? Так я схожу, тоже все выкину из себя. Потому что у меня полный карман всего. У меня только лук и стрелы. А, у меня серебро есть одна штука. Мы столько долбились, там одна штука. Раньше было лучше. Ну, так и трава зеленее и все такое. Так, это Беликор. А я где? Вот он я. Так, лук маленький, лук хороший. А что опять не так? Стрелы. А топорик? Боевой топор. А откуда это взялось? Так, мне еще починиться надо. Починиться. Я твой трупик здесь рядом вижу, наблюдаю. Слушай, а этот форпост прям в хорошем месте находится. Прям рядом. И вот тут как раз есть сундук. И в сундук можно положить то, с чем нельзя пройти. Ну, да, я так и рассчитывал, да. По-моему, прям вообще классный расчет. Фу, меня немножко отпускает. Сейчас, подожди, мне прям что-то как-то аж не по себе. Трофеи. Это у нас трофей дракон. Там, слушай, я этот обсидиан натаскал. Может, из обсидиана сделаешь стрелы? Обязательно сделаю. Ценная еда. Сейчас. Я карманы. Блин, а что я переместил? Волчатина — это еда? Ну, из нее готовить можно, да, а чё? Mm. Мне кажется, а чё ещё из нее делать? Так, ну могу одно сказать, что... Из этих надо готовить. И что-то мне подсказывает, что раз мы там, болотный ключ... личный сундук... Ладно, я в ценное положу свой этот ключ. Хорошо, чтобы... Я уж не помню, куда положил, так что... Так, кожа. В кожу положу волчатину. Кстати, а сколько надо волчатины, чтобы сделать... Я... Не знаю, и где главное? В котле, скорее всего. Плащишь. Да что за... А ты уверен, что это... Как это называлось? Плащ, да? Облачение Фенриса есть. Ну, что там делается из этих, из кожных обломков? Из кожных этих... Из кожи волка. Куры. Ну, как бы есть, но что-то я не вижу того, что надо мне. Сейчас я починился. Где-то здесь. А где же железный меч? А почему серебряного меча нету? Потому что мы еще не добыли серебро. А, мы не привезли его, потому что, да? Ну, его надо привезти и еще этот переработать. Хорошо.
Это сюда, это сюда. Это, ну, типа, ладно. А, подожди. А у меня лишнее получается. Тогда я уберу его. Давай три штуки, себе четыре оставлю. Это типа опа. Так, у меня есть свободные ячейки, это хорошо. Значит, надо возвращаться. Возвращаться и что-то с этим думать. У тебя есть этот мороз только зелья? Я блин, я вот только выложил. Вот только ну, ладно, выложил, нет. И я пришел. Если оно есть, то хорошо. Да. Просто у меня нет. Я положил его в еду. Как ты это делал? Опа, какого хрена алебарда? Ну, потому что я с ним бегал. А почему она у меня в руках, если у меня должен быть боевой топор? Наш меня ни от чего не защитит тут. Да мать твою стамина, а? В смысле предметы восстановлены? А, так у меня боевой топор еще и не полностью прокачан. Вон оно что, Михалыч. Я, получается... Гнилостная бомба есть, кстати. Помнишь, что ты хотел? Да. Сильвер. Блин, а раньше не было. В смысле, раньше была, был. Плащ-то. А где плащ? Вот ты я ж о том же. Ладно, что у меня тут? 300... А почему у меня теперь 600 килограмм веса? Потому что два надел в поясе. Нет, один. О, 450. А только что 600 писала. Чё за баги? Забавные. Ладно, раз мы рядом с точкой эвакуации... Можно это самое. Камушки пособирать. Правильно. Можем поближе точку эвакуации притащить. Ну, правда. Ну, могеть-то можем. Сейчас я камни поубирал оттуда. Волки уже что-то воют. Волки воют на луну. Вы замерзаете. Нет. Даже возле костра, если стоять, все равно замерзаю. Нам вечно камней не хватает. Пойду камни выложу. Вот это я понимаю. Так, оружие, оружие. Я выкладываю лук, я выкладываю алебарду. Что-то надо взять? Да пока нет, я бью серебряную жилу. Бегу назад. То есть можно... Еще взять, что сделать? Это у нас что? Серебряная руда. Ладно. А, вы забыли. Ой, ё-моё. Чё я натворил? Если ты там один, это значит, что к тебе могут очень быстро прийти волки. А значит, что? Надо, блин, стамины насобирать, чтобы залезть. Ч
Чё там? Нормально? Вниз идет? Пока идет, бьется. Бьется. На вас охотятся. Волк. Минус три. Ну, я успел влупить. Ну. Еще один. У меня. Два. 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 Давай, вся надежда на тебя. Три. Стамина! Седьмой номер. Первый номер. Волки горят. Бум. Бум-бум-бум-бум. Все. Да. Воу, не все. Интересная серия. Стамина, стамина, стамина закончилась. Я с силой массы костей. И они меня прям бьют. Я пытаюсь отойти. Бум. У меня стамина заканчивается, я ненавижу стамину в этой игре. Она тупорылая, блин. Она слишком. Не они надо. За тобой пришли, они за тобой. За мной пришли, не выходи, стой. И при том, что у меня силы массы костей, и по мне реально мало проходит урона. Это что? Здоровье. Сволочи. Я повыкидывал ненужное, отсортирую, я пойду им дальше пилилей вставлю, если они там, конечно. Здравствуй, волк, на, пачкаем, просто пошли вон, пошли нафиг, не на того напали. Я добычу... Обсидиан из добычи перекину в этот обсидиан. В смысле, в камень. Обсидиан перекину в камень. Это было сложно. Почему ты его как Elder Scrolls Oblivion называешь обсидиан? Если он обсидиан. По-моему. Ладно, пофиг, не важно. Обсидиан, да, да. Так, то есть можно камень. Идти забирать, да? А волчатина это у нас еда, да? Это я сейчас еще узнаю, что из волчатины делается. Попробуй и... пожарить ее. Просто пожарить? Да. Два уголька. Жарю. Одну штуку просто на приколе. Чтобы узнать, что можно. Слушай, ну это жесть. Вот то, что было сегодня. У меня еще силы массы костей одна минута. Но могу одно сказать. Приготовленная волчатина. Давай смотрим. Здоровье 45, выносливость 15. Фигня. Вопрос. В котле что можно сделать? Из волчатины. Ледяная наживка для рыбалки. Кстати, из трофея дракона. Не, фигня волчатина, не нравится. Мне казалось, должно было быть этот рыбак. Вкус дичь. Да.
Не, не то, все не то. Лучше желтого гриба взять, выносливости. 30, 32. Просто репа. А накину сюда. Не понравилось. Я все свое восстановил. Красавчик. Что мы делаем по итогу? Да я что-то в шоке от того, что произошло сегодня. Я могу приехать на корабле. Че, есть такая опция даже, да? Ну или поехали вместе. Ну подожди. Добыча. А что у меня в 7-м номере было? А, стамина. О, Беликор пришел. Сейчас. Там можешь еще надо чуть-чуть постучать, чтобы еще серебра. Ну можно, ну просто нам серию-то не затягивать, давай. Ну да, да, согласен. Давай я сейчас быстро починюсь. Так, то здесь. Привезем то, что мы добыли. И все остальное оставим на следующий раз. Ну всю эту рутинную по добыче серебра. Но это было тяжко, это было жестко, это прям было очень, очень. Понял, что поработал. Забираю, да? Сейчас. Я забираю. Ну, ты все можешь забрать? Серебро. А где наш паркинг? Паркинг внизу, где-то. А это что? Блин, дай я ему влуплю, а? Влупли. Кто тебе запрещает? Да не вижу его нифига. Текстуры мне запрещают. Слушай, а тут босс это дракон? Матерь драконов, да. А это не связано, да, с этой милой барышней из сериала? Ну, все может быть, как раз игра-то вышла как раз в это время. Все, минус так дракон. Мэп, паркинг. Ух, нифига до паркинга-то сколько бежать-то, а? Прилично? Прилично? Ну, да, ну, вниз, чё. Морозная железа, не знаю зачем. Надо подумать про... Мне кажется, что нету накидки специально, чтобы делать комплект из другой одежды. Вообще надо как-то в следующий раз перепарковаться, чтобы удобнее было. Вон, кабанчик. 105 урона кабанчику. Бедный кабанчик. Ну что делать? Кому сейчас легко? Только я не знаю, а где ножка кабанячья? Ой, не та кнопка. То есть паркинг здесь, а надо было делать вот здесь. Короче, вот сюда. Good. Паркинг. Короче, прикинь, я спускаюсь. Я просто поставил точку, назвал Good Parking, и тут стоит корабль. И я даже знаю, что это за корабль. Только вот проблема, наш. Что... Да, это который предыдущий наш корабль. В общем, я поставил точку Parking и Good Parking. Пока бегу за тем кораблем.
просто надо приплыть на точку Good Parking. Согласен? В любой непонятной ситуации нам приплевать на точку Good Parking. Блин, ну как так? И на последний рывок у меня не хватило стамины. Нормально? Ну... чудеса случаются. Сейчас я полгода еще буду разворачиваться. Ну, чуть-чуть прямо и вот так вот разворачивайся. Лодочка, плыви. Оу. Сели на мели. Хмели сунели. Что, выйти подтолкнуть тебя или куда? Или где? Это жесть будет. Давай, давай, давай. Поехали. И потихоньку. По над берегом. Давай вот так. Резче. И... еще резче. Да, слушай, разворачиваться на этом корабле стало тяжко. Он огромный. Сейчас я его немножечко приведу в боевое. Можешь мне пинг поставить, где Good Parking, а? Я же не вижу, где Good Parking. Да просто тупо вниз спускаешься, вот как ты смотришь на речушку. Нет, ну, это старая точка. Я не вижу. Я вот прямо от себя сделал вниз точку. Все, я бегу. Да не тут, я не там уже. Я уже оплываю к старому кораблю. Я просто не сплыл. Где Good Parking? По плану мне должно. Я нифига не вижу. А, камни, да? Так, если я прав, то надо вот здесь проплыть. Я вообще не особо вижу, куда плыть. Да, я прав. Good Parking как раз. Ты меня видишь на карте? Хьюстон. Вас. Да, блин, я тут пытаюсь этот. Да твою мать, что он каждый камень, я его даже не вижу, а он его цепляет. Все, я приплыл на точку Good Parking. Yes. Я вижу тебя. На карте. Активируй актюра. А, я замерзаю. Да ничего, нормально. Тут не замерзнешь. Тормози. Там где наверху был, там было. Что там на двух лодочках придется ехать? Почему придется? Ты хочешь на двух? Ну можем оставить здесь. Мне очень сложно разворачиваться. Так может на той поедем? Да уже ладно, уже поплыли. Ну или прямо давай проедем и вот оплывем остров, получается, вот так. Тум. Подожди, не тумкай. Я ж ловлю волну. Вот меня сейчас на твой последний пинг надо плыть. Да, разворачивайся направо. Ай. Слушай, а в следующей серии пойдем охотиться на этого змея Горыныча. Думаешь?
А ну, он попробуй. Один или их много? Ну, их в океане-то много. Ну, тот, кто нас обидел, один, да? Да. Так, а как мы, как мы плывем? А, вот так ты хочешь? Плыви вдоль острова, просто все. Так, может, лучше налево, там ветер в спину? Ох, твою мать. А зачем нам налево, если нам надо плавить? А, мы подожди, неправильный вопрос задал. Мы на какую точку-то плывем? На базу 2, у нас там плавильни только есть. А я не вижу на карте ее. Где база 2? Поворачивай, поворачивай сейчас. Пингани, ну пингани, пожалуйста, я ничего не вижу. Ага, спасибо. На мануальном приводе фигачим. И тут разворачивается ветер. Подожди, належим, это опять належим. Направо надо или как? Да-да, опять направо. Мы объезжаем остров маленький. У-ху. Швыряет немного. Но это ничего. Нет, нормально. Мне кажется, можно сразу брать на курс прямо. Прямо. И на пинг. Давай. На пинг. По ветру. Ну, по ветру надо чуть правее брать. Ну, бери чуть правее. Ну, чтобы на максимальной скорости лететь. На максимальной скорости — это наш вариант. А, вот остров нарисовался прямо передо мной. Не вариант на максимальной скорости лететь. А может, тут тоже серебро есть? Это ж не гора. О, а, слушай, там какие-то яйца. Вот, я ж чё говорю, там какая-то фигня непонятная. Давай вертыхнемся, пока можно. Давай. Я люблю всякое неизведанное. И я прям уверен, что что-то интересное должно быть. Главное, чтобы нам за это ничего не было. А это главное юридическое... Да, оговорка. Да, под это не спеши, плыву на мануальной скорости первой. Очень тяжело плыть, но я плыву. Плюс корма огромная, поэтому. Как думаешь, как в этом в детстве раз так пытался доплыть? Оба-на! Ого! Нырнул так нырнул. Нырнул так занырнул, да? Да. Ух, нет, не доплыву. Абиссал Барнакл. Я не знаю, что это, но пробую. Мне не ломается. Я чё-то... Глубинное лезвие, хитни, глубинный гарпун. А что я взял? Хитин. Осколок панциря ракообразного. Киркой. А, киркой? А. Да, это хитин какой-то. Вот гарпун нам нужен как раз для этого товарища. Товарищ, тебе хана. Вы несете слишком тяжелый груз. Ой, а что это? Что? Ой, это мне кажется, надо убегать. А я не могу, я несу слишком тяжелый груз. Тогда я сделаю вот так. Да, складывай. Ай, прыгай, дурачок. А где, простите, этот самый? А ты забрал? Я забрал, да. Ладно, я тогда наверх. Вот еще есть. Ух ты. Мне кажется, ему не нравится. Я не знаю, кто это или что это. Я буду бить до последнего. Не-не, пошли. Да у меня... В смысле, ты хочешь сказать, что он исчезает? Да, он ушел под воду. Да блин, ну... Да что ты, залезть не можешь? Так это остров, как бы и не остров, да, получается? Это черепаха была, да.
Ладно. Но мы хорошо ее вот так пофармили. 32 две штуки у меня. Так, пинговать, да, говоришь? Я просто по ветру сейчас ориентируюсь. Вот, давай по ветру. Ну, к берегу быстренько приблизимся. Все. Вот он, берег. Карта. У меня ничего нет. А ты видишь, куда плыть? Я просто не знаю, куда плыть. Я не могу прыгнуть. Ну сядь на лавочку. Идем на максимальной скорости. Нормально идем, хорошо. А, это, блин, налево надо будет уходить, да? Да. Ну, нормально еще плыть. Ну, прилично. Ну, куда деваться? Мы в ритме танца. Ну, ты как бы вовремя поворачиваешь, нормально, отлично. Вот сюда. Чудо. Это вот, говорят, можно с тележкой забраться. С тележки? С тележкой. И она прикольная, но она огромная, блин. Вот крутиться, вертеться очень тяжело. Ну, понятно, что о, это небольшой данжон. С точкой. С троллем. С Валерой или как его там? Да. С Гришей. Блин, Гриш. А почему Гриша? Кстати. Может, он друг Миши, чтобы созвучно было. Mm-hmm. А у меня он Валера, понимаешь? Не договорились о терминах, не договорились. Да это не то, что не договорились, договорились. У меня просто запоминалка не запомнила. Так, у нас, значит, есть, оповещаю, так. 22 серебряные руды и 32 хитина. Это прекрасно. Там впереди какой-то выступ. А, это есть наша прекрасная бухта. Под названием База 2. Бухта База 2. Слушай, а в этой фортпост, который мы сделали, там и до матери недалеко. Дома? До матери. Ну, матерь дракона. Ну да. Ладно, на карте просто называется матерь. Блин, нам будет как-нибудь приукрасить нашу вот эту жилище, потому что оно выглядит как, не знаю, тюрьма. Хотя как крепость, ладно, как крепость. Ну, давай так. Ну, реально как тюрьма выглядит. Ну что, без обид. Наше счастье постоянно. Жуй кокосы, ешь банан. Жуй кокосы, ешь бананы, чунгачанка. Ты ж понимаешь, сейчас тяжело, тяжело, но надо эту красоту разворачивать. Mm-hmm. Mm-hmm. Я хитин весь взял. Да все забирай, да. А, нет, я все не заберу. Ладно. Вообще полдня разворачивается. Ну, спасибо, что разворачивается. Хитин в добыче. Ну, короче, ладно. Чё там в трюме? Во-во-во-во-во, ты куда плывешь? Тормози. Ну, короче, ладно. Это проблема будет меня завтрашнего, а не сегодняшнего. Правильно?
Как говорил Гомер, не завидуй этому товарищу. Ну, ты понял, да? Правильно, про что я имел в виду. Это проблема завтрашнего Гомера. В общем, наша новая лодочка красивая стоит. Че, я в плавильню тогда загружаю? Загружай. Волчий нагрудник. Волчья защита. Плащ и шкуры быкоящера. Ого, он какой-то кристальный топор. Серебряный щит. Так, ну по-моему, я вот серебро взял, это лишнее, да? У нас здесь серебро уже есть? Нет, здесь серебра еще нет. А давай посмотрим. Сейчас я подойду. Кузница. И где? В самом низу. Вот он. Вот она, имба имбучая. Вот это то, что я хочу. Значит, нам нужно 40 серебра, 5 железа. И это только на один меч. О, серебряный меч? Угу. И на первый уровень, да? Угу. То есть ты понимаешь, сколько нужно серебра? Я, насколько понимаю, в этой игре это вообще очень имбовая имба. Глубинный гарпун, я вот смотрю, на глубинный гарпун. А лучок у нас тут подрос уже, да? Да, лучок подрос. А кто хочет лука сделать? Лукового супа. Дай серебро потрогаю. Оно лежит там. Да. Я положил его. Е-е-е. Сельское хозяйство. Вот плащ и шкуры волка. Плащ и шкуры волка. Я же говорю, он появился после того, как мы серебро притащили. Угу. То есть его не было до этого. Сундук с сокровищами. То есть я все скидываю сюда. 15 у нас есть. Так, это чё у меня? Ну да. А чё так мало лука? Не богато, не богато. Да я вот что-то говорю. Не богато. А сколько мы всего притащили? 22 получается, да? 22. Я не знаю, но сколько мы притащили этого? Очень мало. И если бы можно было редактировать файл сохранения в блокнотике, я бы нашел значение, отвечающее за серебро, и чуть-чуть подкрутил. Но нет, я же честный, блин, какого-то черта. Так, лука у нас чуть-чуть есть. Теперь нужно выбрать количество лука, которого нужно. Серебряная стрела, дух. Да, серебряная стрела как раз дух дает. Так, ладно, мне надо немножко расчехлиться. Что там делаешь? Смотрю на серебряный. А, двухручный он. Лук Драугра. Вот что он делает. Лук Драугра? Ну, клык он называется Драугра, но это на самом деле лук. А сколько у него колющий? Если... Колющий у него 47. А, у нас 51. Так у него 47 на первом уровне. Да понимаю, вот это-то и беспокоит меня. Ценное. Ничего нету. Серебряное дно. Так, я хочу готовить вот к этому. Мне нужно что? Серебряный вот это, щит. Вот это.
Еще и внешний вид можно менять, нифига себе. О, луковый суп. Луковый суп, это нам надо. А чё, у меня репа закончилась? Так вот же она. Вот это я понимаю. Так, это 55 стамины и это 60 стамины. Ничего, сейчас сделаем. Луковый суп. Какой дух так вообще? Это еще какой дополнительный урон? Да. Бля, судья. Ну, надо делать, судя по всему. Так, и имбовые вещи я на общак кладу. Звучит как там броня. Не очень. Так, сосисочки. А, вот. Волчий нагрудник, стойкость versus лед. Волчий именно нагрудник, да? Да, да, да. Ну, по идее, мы можем сделать его. То есть у нас все есть. Надо посчитать. Это лучше за кадром считать. Так, я сделал лукового супа. 10 штук. Это хорошо. Это самая большая стамина. Коллеги, вы видели, как он делал луковый суп. Да, теперь нужно подумать, сколько репы. Ух, нифига, сколько тут лука. Сколько репы, это хорошо. Ну, может, тоже за кадром посчитаем? За кадром посчитаем. Потому что лука, я вижу, 200. Ух, ёлки-палки. 100... 250-64. Ладно, ребятушки, я думаю, ну, очень понятно Беликорп намекнул, что пора бы и часть знать. Это была очень напряженная серия. Вот тот, кто не поленится и все-таки досмотрит ее хотя бы до середины, он, я думаю, досмотрит ее и до конца. Потому что столько боли и страдания, сколько тут мы вынесли, это просто что-то нереальное. И моя легендарная битва с волками, которых было овер дофига. И спасибо массе костей, которая реально помогла мне дамаг хоть как-то отзеркалить. И жалко, что у меня не было стамины средней. Вот, этого, конечно, не хватало. Чтобы она быстренько восстанавливалась, в общем, чтобы все было прикольно. Ну, а наши новые приключения за серебром, и мы будем стараться скрафтить себе серебряные мечи, серебряные баклеры, либо же серебряные башенные щиты. В общем, что-нибудь из этого, что более имбовое, мы будем делать. И это все вы увидите даже не в следующем, может даже через одну серию, но в общем в ближайшие несколько серий точно. Потому что это песня. Следующая серия у нас этот будет со змеем. Змей. А еще да, у нас есть змей, который нам, в общем, делал плохо. А чтобы на него идти, нужно стрелы либо с обсидианом, либо серебряные. Но что-то мне подсказывают. Ну, можно еще ядовитые. Попробовать. Не знаю, либо почитать вики, чем лупить змея эффективней. Вот. Ну, либо самому попробовать, что интереснее. Там эксперименты, все дела. Да, так что вот такие вот дела, ребятушки. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Пока.